Значит, здесь было здание постройки начала века. Его снесли. Вот на его месте строят апартаменты. Что это означает? Это тоже означает то, что это неполноценная квартира, то есть она не обеспечена государственной инфраструктурой. Школами, поликлиниками, детскими садами. Давайте подойдем поближе и посмотрим, на каком этапе находится эта стройка. Если вы купите апартаменты в этом комплексе, то у вас будет живописный вид на многоэтажную открытую парковку. В общем, хотя у вас относительно недалеко будет пожарно-спасательный отряд и поликлиника номер 45. Давайте посчитаем, сколько этажей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать этажей. И собачка все это охраняет. А вот эти дома с синими полосками, это дома для военнослужащих. Какой-то дым идет, где-то что-то горит. Ну, давайте подойдем и сфотографируем паспорт этого объекта. А к югу от этой стройки находится 11-й автобусный парк.